От Юли, Джереми, дай сюда, это написано Жене, дай сюда. Отдай Жене, все, дай. Ты только что плюнул мне на руку. Дай сюда. Дай сюда. Дай. Все написано для Жени. Да нащипай. Ладно, я пошла, ребята. Собираешься? Да. Куда ты собираешься? Я домой. Я думал, ты со мной во Флориду едешь. Конечно, во Флориду еду. Да. Йода, вещи почти закончили. Здесь ее багажник уже забит. Все, поехали. Кто-то рём садит? Да. А что ты плачешь? Потому что меня украли. Отец! Испугалась! Я так испугалась! Реально, она уже голубой вот так. Эй! Я рыбы! Как холодно! Это экспедиция на полярный полюс! Чего? А я пока сниму чуть-чуть Мазду, потому что этой машины не было. Если ты не догадался, заикаюсь. Если ты не догадался, то мы выехали из штата Юта в штат Флорида. Слышишь? Прохладно. Ехать нам 3 дня, там что-то в районе 2300 миль. Путь будет не самый легкий. Топливо, как в прошлый раз, уйдет долларов по факту на 300-350, я так надеюсь. Сейчас буду смотреть ближайшую гостиницу. Того 4 дня мы благополучно потратим косарь. Ты на пенек сел, должен был косарь отдать. А за хули так мало, ты? Обалдеть. Страшно. Ну, если бы они были живы, я бы, наверное... Испугалась. Какая прелесть. Вау. И так вот тут вот осталось. Петухи окей. Но вот это, конечно, муравьи-жуки. Посмотри, муравьи на цепях. Да. Я не думала, что их связали. О, посмотри. Смотри. Орел, глянь, как красиво. Шваня. Индеец с орлом в руке, смотри. Левка. Прикольно, слышишь? Да. Ну, конечно, это жуки вообще. А там свои пришельцы? Вау. Что такое? Кто это? Гость погибал в нем. Ответь. Задом. И маленькие, глянь, он, детки, типа, пришельцы. Видел? Я вообще случайно сюда повернул. Ой, лошадь упала. Ну, я сюда кто-то сделал. Давай, можно по попке шлепнуть? Отвали со своим этим самым. Можешь повторить, было плохо видно. Серьезно? На, серьезно. Ты не верил. Полностью железный. Отвали со своим этим самым. Меню он back на обратной стороне. Прикольно! Вау! Wow.
Сколько мы заплатили за этот номер? 90. Ну смотри, кондиционер, вид из окна, кроватка, микроволновка, есть холодильник, есть два включателя. Ну что, большая ванная? И такая белоснежная. Ла Калут. Ты довольна? Покусала. Идем, я тебе сейчас дам вот дяде полицейский. Так, смотри, мы только что были в The Joint Chiropractor. Ты видел, прохрустели Олечку, прохрустели меня. Чувствуем сейчас кайфули, отдохнули. Я лично не испытываю сейчас боли в спине. Данная процедура нам стоит $80 в месяц. В месяц у нас есть 4 визита за $80. Сейчас по плану мы идем с Олечкой покушаем. На обед у нас... Шикарташка! Да, так что мы полетели дальше. Идем со мной, кусай. Вот так вот, вон на эти столики идем. Сетинь. Какая красивая природа. Интересно стало. А мы сушики польем сверху? Прикинь. Не оторвался угол. Что теперь делать? Свежий воздух, природа, птички поют. Еще на стол накапал. Спасибо. Тортик Олечка готовила сама. Вы закончили наш прекрасный романтик. Идем обратно в машинку. Это Нью-Мексико, детка. Наша Лялечка нас ждет, наша жабка. Подписывайся на канал и ставь лайки. Всем приятного просмотра. Смотри, купили мега модную крутую воду. Олечка уже раскручивает. В чем прикол воды? Вода с пробиотиком, верхушечки, что-то насыпано. Давай я открою. Открывать ленточку. Карма называется. Нет, ничего не посыпалось, но что-то там текло. На стикере, внимательно, видно? Написано, сними стикер, нажми на крышку и шейк. Ты! Не знаю, чем стикер помог. Все? Ой, смотри, оно красиво, смотри. Оно промывается там. Да, прикольно. Промывается. Хорошо, я вам дегустируй. Я первый? Ну да, я подожду 3 часа, отравлено. Посмотрим. Я проверю. Прикольно, юпи. Дай мне. Мне нравится. Вкусненько, правда? Да. А еще хорошо, что мы взяли лимон, она кисленькая модель. Еще интересно стало. Вот в этой карме написано, что здесь... Это мое. А вот 2 биллиона активных пробиотиков. Круто, круто. И 6% витаминов А, Б, Е. Погнали. Сижу на боковом сиденье, на пассажирском, махаю ручкой. Олечка. Машу! Я машу вам ручкой. Это Женька Блог. Всем хорошего дня. Надеюсь, вам зайдет контент. С тобой это Украина. Женя, сейчас я еду на птичьи. Они улетят? Что это такое? Женя! Сигналить? Аня, улетят. Брянки! Брянки! Всем приятного просмотра. Брянки, брянки! А, нет! Я тебя люблю очень сильно. Крути, крути, левее, 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 левее. Равняй. Все, дошла. Показывай, езжай. Ой. Еще. Стой, не газуй так сильно. Стой. Все, включи, не трогай. Это по центру. А зачем не трогай? Ой, я же испугалась. О, беги! Думала, что это ты всегда вызывал. Когда загорится зеленый, тогда ты едешь. Зеленый. Ехали. И заезжай на парковку, будем пылесосить. Сюда? Любое место, где тебе нравится. Сейчас будем пылесосить. Наши грязные коврики. Назад.
Все чики-поки. Олька, твоего сына обиду не да. Сейчас, стой, там бордюр впереди. Лусы. Все, умничка, пылесос. Когда будет еда? Бросай на пол. Просто бросай. Смотри, вот пылесос. Все. Давай тогда второй раз слепок. Тряпочка, да. Салфетка? Все правильно. Все четко. Алёшенька, моя запка. Хорошенькая такая. И мойка нам обошлась в 11 долларов. И вот здесь вот налево, походу. Нет, дальше. Хотя можно было и здесь. Ну давай вот здесь повернем. Вот к этой зеленой моргающей лампочке. Можно к этой, можно к той. Хорошо. Открывай окно свое водительское. Ну куда ты уехала? Сдай назад, ты далеко отъехала. Удобно? Доставай карточку. Дай денег. Да. Вот, пополнить счет. Ставить больше денег нажми. Он здесь не съел почитай. Меня. Нажимай ставить больше банкнот. Вставляй 10 бумажек. Вставляй больше бумажек. Возьмите. А ты знал, что там сидит человек, который всем считает? Вау! Знал, да? Я думала, это секрет. Теперь нажимай окей. Да. Типа, здесь можно чеки обналить тебе, да? Прикольно. Спасибо. Сейчас мы только что заехали в банкомат. Увидел, как достаточно легко на машине приехать, положить деньги себе на банковский счет. Дальше мы едем эти деньги тратить. Вы направляетесь на юг. И едем в большой торговый центр. А-а-а! Поехали! Ну ты видел? Ой, я люблю. Да. Быстро. Да, в тот раз. Сейчас у нас время кушать. О, какие большие креветульки. А у меня с мясом. У тебя вообще не такого у меня. А я просто добавила уже рыбного соуса. Реально. Невкусно? Впервые. Что даже не предлагать? Я думал, ты покажешь последнюю креветку. Уже съела. Маринован голубый бог. Нормально. Видишь, морковка не корейская, как будто маринованная. Смотри, у нас есть еще небольшой план. Я и моя Ольга любимая хотим сделать что-то доброе, приятное для маленьких украинцев, которые в новогоднюю ночь не проводят эту ночь с родителями. Чтобы они отметили этот Новый год так же самое, как и мы. С подарками, с елками, с игрушками, с едой. Потому что мы можем это сделать. На сегодняшний день мы уже нашли человека, который готов с этим помочь. Вот-вот мы сделаем транзакцию на его карточку. В ближайшее время она сможет закупить, чего не хватает. Мы покажем вам видеоотчет, эти приятные лички, которые получают подарки и вкусняшки. Подождите. На заднем сиденье? Да. Проходите, располагайтесь. В соседнем буше? Я приглашаю, заходите. Иду сейчас. Так, где у меня тут дома свет? Подождите. Интересный вопрос. Вот это нет. Вот, я тебе ванный свет включу. Благодарю. Уже большая кровать. Да. Вид из окна на город. Да, хорош. Сколько отдали, я забыл. Я не знаю. По-моему, 82 доллара. Как тебе? Мне нравится. Чистенько. Чистенько. Смотри, еще один день подошел к концу. У нас сегодня был Санта-Лен. Прекрасный новогодний парк, красные гирлянды. Гномиками. О, там столько всего было. Ёлочки. Короче, я надеюсь, тебе это все залетело. Ты поставил свой лайк, написал комментарий. Мы завтра. Отдыхать. Мы отдыхать. Еще увидимся. Бай-бай. И наконец-то добрались.